купаться, налей водицы, плюхни в тазик, растворчик мыльный, 2 минуты, и ты стерильный. Подстригаем ногти, чик-чик-чик, и все готово. Салфеткой руки вытрем и привезем больного. Сделаем осмотрик, тук-тук-тук, сердечко бьется, и безболезненный живот пальпации дается. Мы ведь вам не терапевты, мы ведь вам не окулисты, мы хирурги-ординаторы, классные специалисты. Если что-нибудь отрезать, проще не для нас задачи, ждет вас операционный стол, не клави скорей удачи. Анестезиолог, оденьте маску, расскажите больному сказку, подарите ему надежду и снимите с него одежду. Что там с инструментом? Джик-джик-джик, наточим скальпель и все, что внутренно. Добавим капель, есть одна надежда, что у больного все, что мы отрежем, вырастает снова. Мы ведь вам не терапевты, мы ведь вам не окулисты, мы хирурги-ординаторы, классные специалисты. Если что-нибудь отрезать, проще не для нас задачи, ждет вас операционный стол, не клави скорей удачи. Вот катетер длиною в метр, осторожно ведем в уретер за брюшиной, отыщем почку и на этом поставим точку. Что там за канатик, чик-чик-чик, какой канатик? Но тут же был канатик, это был семенной канатик. Как у нас там шовчик, путь не кровоточен. Здесь нос не то, чтобы комар профессора не подточен. Мы ведь вам не терапевты, мы ведь вам не окулисты, мы хирурги-ординаторы, классные специалисты. Если что-нибудь отрезать, проще не для нас задачи, ждет вас операционный стол, не клони скорее удачи. И все вместе с надеждой на лучшее. Есть одна надежда, что у больного все, что мы отрежем, вырастает снова.